Дороги перекрыты, все грязь. Нужно было вам позвонить, что они позвонили. Вот у нас перерыв. Вторник с 9 до 6, пятница с 9 до часа. Его нету сегодня? Он есть, но у него приемные дни, вот получается, вторник, пятница. Слушай, подождите, я поставлю. Вот они, приемные дни, вот вторник и пятница. И время. Вот такое приемное, это такое прямо. Мы с такой дали, приехали и кое-как пробрались. А мне что нужно... вы не позвонили-то? Буквально 5 минут я вам покажу кое-что, чтобы документы... Я еду из суда. Дело в том, что я в суд подал на него. И поэтому мы можем разрешить мирным путем. Иначе это дело очень широкой огласке будет предано. Настолько широкой, что вы даже не подозреваете. Я пришел к нему с подарками, которые единственные, которые не запрещаются, не входят в мои личные книги. Что он приехал, побыли на месте и остались хорошими друзьями. Может, сделайте как-то, может быть, примет встреча все-таки, состоялась. Нет? Ну, я сейчас прошу, но вообще, ну, когда что-то... Ну, это необычно, понимаете? Такой, я понимаю, сейчас... Такого больше никогда у вас не будет. Хорошо, подождите. Да, да, сейчас здесь подождем. Сейчас просит. Обращение граждан. Вот. В отдельных случаях указания лиц исполняющих обязанности. То есть, может быть, как-то можно. К сожалению, если бы вы позвонили, что сейчас он не может воспринять. А вот это под нас не подходит в отдельных случаях. Там, я попадаю как раз в это. Лист, например, вне графика, с учетом конкретных обстоятельств. Я понимаю, но сейчас он не может, у него с краевой прокуратурой. Мы можем подождать. Что это. Но сегодня, дело в том, что не вернуть. Если бы вы хотя бы позвонили. Я вас понял. Главное, что не вернуть обратно тогда. Мы уедем и никогда. Понимаю, сегодня понимаю, переломный момент просто. Я понимаю, мне как сказали. Мы можем совершенно развести другие стороны. Его не уведомили. И решение такое, что просто надо помочь разрулить. Я все понимаю. Ну, у нас пять соток на навозной куче. Мы всемирный скандал ищем. Зачем нам это? Его ввели в заблуждение. У вас какие-то документы с собой? Погромче скажите. Документы какие-то с собой есть, Игнатий? Есть, документы есть. Я эти документы сейчас из суда, я в суд подал на него. В суд. И поэтому я хочу, чтобы встретились и разрулить все это дело. Вот. Так, подождите, откройте, как я поставлю, если где-то нет. А, вы дернули, да. Написано исковое заявление. Да-да. Вот они, видите, из суда печать поставили. А вот документы, вот, возьмите документы, которые прилагаются к этому. А это мы, которые... Ну, нет, у вас нет таких документов. Нам обязательно нужно встретиться. Настолько обязательно, что я у двери лягу. Он будет потом очень сильно сожалевать, почему не встретились и как могли так уйти отсюда. Что мне эта земля дана была? У него нет такого документа. 5 подписей депутатов и всех. А потом землю перешли к нам. 5 соток на навозной куче. Это решение за подписью Сурикова. Документы. Вот что мы сделали из него. Это, а дальше вот это, что я доверенный. Вы приносили нам вот этот документ. Да. Это мое стихотворение в тюрьме было, когда написал о смерти. То есть, все это можно легко сделать. Посмотрите. Желательно, чтобы прямо прочитали. Это лично к нему. Всех. Да как-то неудобно. Я не достоин этого кресла.
Я не знаю, вы знаете или нет, что в стране все считается за взятки, кроме книг. Книги за взятки не входят. Поэтому я пришел с книгами, изданными мной, которые в библиотеке Путина стоят, показали. Так что помогите нам встречу устроить. У нас будет очень хорошая беседа, и мы можем друзьями было быть. Ему не сказали, что это историческое уже здание. Там музей. Слово «музей» вообще отсутствует. Думают, что борются с детьми. Нету. Лагерь расформирован. 2 года назад. Да нет, я понимаю, что на этот сезон вы детей уже... А если бы мы купили несколько домов, и приглашают в дома люди свои, с родителями, они гостят здесь. Как были, так и есть. У нас около 6 домиков куплено. Приезжают с Канады с целыми семьями. Так, это вы подали. Я подал сейчас, только сейчас идем оттуда. Чтобы это не за глаза было, я все делаю законным путем. Игнатий Тихонович, если суд подаете, нас так. Суд в любом случае уведомит. Не будет. А ее в суд не вызовут. Почему? Прокурора сразу к стенке ставят, потому что. Без суда и следствия. Я говорю, гражданский суд у нас, не уголовный. Поэтому по гражданскому судопроизводству, если иск суд принимает, он вызывает стороны. Все, которые... мы это все сказали, мирное соглашение, мы разошлись, все. То есть в суде, вот как суд примет, да. Иск, суд вызовут. Мы пожмем руки друг другу и скажем, Бог свел нас. Или прокурор лично придет. Или я требую, я не требую 3 миллиона с него ничего, а требую только встречи. И чтобы мы остались хорошими людьми. Поэтому, раз уж начали мы через процессуальные моменты, через суд, другого нет, я советовался с юристами. Давайте тогда и... Позвонить. В суде и встретимся после нет, принятия иска. Нет, до суда мы даже разрулить. Это не надо. Положу назад. Да, давай. Я посмотрел. Ну, вы уверены, что это не подделка никакая. Я пришел со 100% гарантией искренности, и чтобы мы расстались почти друзьями. И приглашу его сразу к нам в гости. Он удивится, скажет, это меня натолкнули, он будет удивляться, скажет, меня не поставили в известность. Земля мне дана документально. А дальше перешла собственность потерять. 5 соток на навозной куче, там вообще не о чем разговаривать. Но теперь это историческое здание. Уже в интернет запущено, там тема, сейчас и на Путина выходить будут. Но все это прикроется как благодатный момент, что есть благоразумные люди, которые умеют не травлять, а разводить. Устройте эту встречу, просьбу. Я пришел с несказанными дарами. Так всегда делали люди. Приходите в приемный день. В пятницу подойдет, сможете или нет? Так, что ты... В приемный день. Приемный день я не могу. Мы едва вы проехали сейчас, плутали, везде грязь, не пролезьте ничего, мы заблокированы там. Это не просто так, приходите в приемный день, я не могу, я нанял машину, и с таким трудом мы выехали на трассу. Мы ехали куда? За Кадниково, туда-туда, за Подсёпную, и проселочными дорогами 16 километров, там техники стоит уже сколько. Может быть, как-то 5 минут хотя бы выделить нам? Так нельзя шаблонно думать, я не могу. Как экстренный случай? Практически никак. Никак не может. Позвоните по телефону. А вот смотрите, какая книга, полностью посвящена одни документы моей биографии. Я вам подарю, он увидит столько, если мы с Баварином, как я выхожу из суда, когда меня судили. Я дважды был судим, реабилитирован теперь. Если это показать надо. Видите, как книги-то изданы. Это вот он, я иду. Вы знаете, это я иду из Крылова суда, это цветы летят. 86-й год. Нас 210 человек на всю страну было политзаключенных. Я первый в стране архипелаг ГУЛАГ опубликовал на 10 лет раньше Нового мира. А сегодня это ставят как в одной из самых больших заслуг государственных деятелей. У меня вышло не один, не два, а 43 тома. Мне есть что показать. А вот это вот, Новый Завет в 3 томах, впервые за 2000 лет вышел. Ни в Западной, ни нигде не было. 230 иллюстраций Густава Доре. 297 моих комментариев. Это наша раскраска.
Это внуки, правнуки будут смотреть и радоваться, что дед их заслужил такой подарок. Показали библиотеку Путина и стоят мои книги у него. Это тоже что-то стоит. У Медведева, у Патриарха. Это 3 тома. Вот. Это вот 2-й том. А это 3-й. Это мое издание. Это единственное, что не ставится, ну, во взятку. Один говорит, а если бриллиантами украшено? У меня нет бриллиантов. Так у Вовы только в приемный день. Так, он выходить все равно будет оттуда. Внутри у него туалета нет. Я вот здесь и переплачу, если вы не поможете. Но мы столько потеряем времени. Вопрос, понимаете, законы приходят и уходят. По тем законам, которые нас сажали, теперь государство нам выплачивает за все. Мой дом в Барнауле приехал Баварин Владимир Николаевич. Входил в 10-ку высших мэров России. Я вел суд с ними 11 лет и выиграл. 11 миллиардов. У меня не шуточно. Я самую крупную в мире фонотеку создал. Я выиграл. А ответчики, не КГБ я с ними судился, а сделали ответчики городскую администрацию. Ну и решили недвижимость. У меня 2 дома в частной собственности создано, Ползунова 6. Там мы молимся, и 13 соток, центральный район. И приехал Баварин, фотографировались, там поцеловались. Мне говорят, так он же портор был. Я говорю, он другой теперь. Он ко мне на дом приезжал. Нам есть что рассказать, это все снимками здесь зафиксировано. Понимаете, и трогать наши эти постройки, теперь музейные, это уже музей там в Москве, регистрация идет. Один единственный музей, который... Документы-то есть, что на регистрацию подали? У нас документов, я сейчас привез документы, 90-го года еще. Всего хватает. По земле. И главное, что музеи говорят, Лермонтов был так-то, его бумажка. Мы говорим о будущем, как жить, не проклиная эту власть, которая разорила народ, который пенсии не выдает им, а чтобы научились жить сами. 45 лет я начальник детского лагеря. Ни я, ни обслуга, ни рубля не получили. 1000 детей с разной стороны местные. И беспризорные, наркоманы. Через месяц ребенка нельзя узнать. Узнали директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон. Ну, фильмы видели, занявшие 1-е место на международных киноконкурсах. Как это вы можете? Это невозможно. Возможно. Профессора психологии живут в лагере и выводят. Движущая сила лагеря, тире с большой буквы, любовь. Мы показали, для нас все возможно. И вот я-то хотел бы, чтобы Максим Васильевич все это увидел. Приехал, он ничего не может сказать, кроме того, что меня ввели в заблуждение. А я это понимаю, документ я показываю, земля мне дана, 5 депутат, председатель совета, директор совхоза. И при том, я этой землей не воспользовался, 3 гектара, а взял 5 соток и на навозной куче. Я уже ожидал, власть шатается. А потом приезжает первый секретарь, а как вы знали, что будет перестройка? Никак, я просто молюсь. Я молюсь, и Господь полагает на сердце. Подать в суд я бы не сделал это. Я ночью просыпаюсь, меня как ангел тронул за коленку. И говорит, подать в суд, и так вы встретитесь. А из суда вы изымем, говорится, в один день. Я вас очень прошу устроить встречу. Я уже подошла к нему, ну, сейчас некогда. Я сказал все. Вот посмотрите, книга. И тут предисловие. Посчитайте. Смотрите. 45 собиралась книга. Кому благодарность идет? Это не просто книга, она уникальная, она единственная. Нам пришлось проехать от Владивостока, специально купить машину, даже с Сабона. Везде дарить книги, в 600 городов подарены. Полный комплект 750 евро. Будем. Ну, вот будем ждать. Только по приемным дням. Если... Все. По приемным дням. Нельзя так такого... себя запараграфить и как... Ко мне вы можете на приемном обратиться. Ну понятно, как Лайковский говорит, сидят без людей половину. Половина на одном собрании, половина на другом. Как так? Если я гражданин этой страны, показал, каким трудом мне осталось эту жизнь продлить. И вдруг я прихожу к государственному начальнику и говорю, трудно добираться. А у меня только написано, ну это нельзя учесть, все. Написано это, которые живут рядом. А другой с севера на собаках ехал. Ну ты же мне жить негде. Так же нельзя.
Вы помните о человеке, что вы смертные. Вас сегодня здесь, завтра не будет. Не таких людей меняют. И во всем государстве так. Сегодня он еще Саддам Хусейн, а завтра к стенке. Голова отлетела. А уж такую-то мизерную должность, это вообще под микроскоп не рассмотришь. А ты можешь великое дело делать здесь. Проявить человеколюбие. Скажи, они так долго ехали. Полуживая машина, едва пробились. А я что скажу? Зайдите и скажу, Максим Васильевич, супер чрезвычайное положение. Выйдите на минутку. Меня даже заходить не будут принимать. Принимать не надо. Мы в коридоре поговорим. Сделайте это. Не будете жалеть. И вас совесть никогда не будет судить за это. Мне 79 лет. 80-й год идет. Что спрашивать? Так нельзя. Если вы ждать, если вы можете... Это книга есть такой, есть пророк Давид, он заходит, там договор делает там с побежденным-то, пророк. А он тут военачальник стоит, он оттолкнул в сторону, зашел, а договор идет. Договор на колени, и тут же ему голову отрубил. Договор закончен. Все кончилось. Это Библия говорит. Потому что те, кто разрушает нашу страну, а они не любят ее. Им нужно сейчас стереть память о нашем лагере. Наш лагерь в упор всем. Миллиардные вливания не надо делать, надо пробудить душу. Повторяю, наши дети уходят, все почти с красными дипломами, служат в президентском полку, вот он. Это не на дороге валяется. И все это бесплатно. И мы вдруг получаем, что указание дает директор, это, я скажу, прокурор, смести, то другое. Ну мы что, сейчас с оружием заляжем, будем ждать бульдозериста или что? У меня оружие есть, которое никто не противостоит, молитва. Я захожу через буквально неделю к начальнику, а где он? Говорит, а его нет, он умер. А почему умер? Тромбоз. Где этот прокурор Октябрьского района Широких? Ну, сделал нехорошо. У меня близкие отношения с прокурором края. Я неделю полторы, наверное, зашел, его уже нету, другой сидит. Почему? А зачем он нужен, если он не выполняет, что нужно? Я ничего себе не прошу. Я все сделал. И что я сделал, пока никто на это даже не покусился делать. Не то, что не сделал, а даже понимает, это невыполнимо. 45 лет. Тысячи детей. Беспризорных. Всех поднять, накормить, сохранить. Ни одного больного. Ни одного погибшего, сгоревшего, утонувшего. И прихожу, как будто... Что ж такие неинтересные. Раньше анкеты записывали. Какой владеющий языком, там, где был. Он, ну, каждый, нет. Один стоит перед ней, она пишет, английский, немецкий, французский. 17 языков. Ну, а 4, говорит, я только разговор. И она даже глаза секретарша не подняла на него, не взглянула. Когда мы через, сколько, 70 лет назад составлены эта анкета, мы сегодня дивимся, такие люди у нас в России. Я пришел к вам, мне Бог дал это полномочие. Так вы что, угрожаете? Я самым серьезным образом угрожаю, чем судом Божьим. Написал стихотворение и Лермонтова взял. Да, я угрожаю, но не ко мне это относится. Мы будем умирать. Когда Хрущев приблизится к смерти, я говорю, а вы правда пишете? Он говорит, не умирать, надо думать о другом уже. Даже такой, который на его совести, может быть, тысяча, кому смертный приговор подписан. К вам больше никто не придет с этой просьбой, никто не придет с этими дарами. Вы просто сидели, может, этого момента и ждали, когда придут к вам люди. Если на прием, то ко мне можете обратиться. Я пришел к вам. Я передам прокурору все, что да, вы это мне нужно передать из рук в руки. Книги не надо. А? Книги не надо. Вот эти. А это вы не знаете. Я прихожу после времени к судьям, никто не отказался, ни один человек. Притом не где-то, а до президента, я сейчас говорю. И все книги приняты и выставлены. Потому что им аналогов нету. Если что-то прокурору передать, говорите, я безусловно передам. Ему передадут там копию где. Мне нужно. Исковое, нам передадут в суд, вызовут в суд, там в суде с вами мы. Вы хорошо обдумали это? Вася, понял, хороший, добрый человек. Сделайте шаг, не бойтесь, что вас выгонят. Перешагните через это и примените свой весь авторитет и приятность вашу. И скажите, Максим Васильевич, другого момента не будет. Пожалуйста, примите. Вы не пожалеете. Я ручаюсь, вас стрелять не будут. Я знаю, что не будет стрелять. Просто даже мы ваши все равно не примем. А это вы не знаете. Как? Не знаете. Он может за ними приехать. Просто. Позицию вашу по поводу. Ну вы знаете, что это? Это во взятку не входит. Лучше вообще. Книги не входят за взятку. Это единственный предмет, с
Советском Союзе был и сейчас. На взятку не ходит. Это знак благодарности. Тем более я автор. Автор, вот в чем дело-то. А раз автор, я дарю. Повторяю, я проехал до Лиссабона. Если лично с ним увидеться, то в пятницу. В пятницу меня никто не привезет, это невозможно. Мы не знали. По лагерю я передам все, что вы мне показали, я ему скажу. Вы не сможете передать. Скажите, я очень хотел его видеть, чтобы пригласить. Если он туда приедет, то он не откажется. Я еду сейчас еще где-то, у меня с тобой взяты люди расположены, не расположены, я сделаю подарки. Я имею это право. И книги, которые изданы, а у меня пенсия минимальная. Мне не давали работать, только в милостивой охране. Сейчас подсчитали, на 55 миллионов я издал рублей. А где деньги? Понятия не имею. Банкиры, евреи, мусульмане, правительственные органы, мне все помогали. Потому что в них заложено то, заключенному попадает одна книга, он меняет свою жизнь. Они написаны в пророческом духе. Я как-то судью спросил, он теперь это, какой-то суд есть такой, решает гражданские дела с государственными, Макаров Владимир Александрович в Барнауле. Я говорю, вы читали? И сотрудник КГБ, полковник Никулин. Он говорит, это не то слово, я участник. Веритесь каждому слову. Как я был, как переживали, кто писал, в других странах, ходатайство ООН обо мне, когда я сидел. Все изображено в этой книге. А книга – это срез нашей истории. Как эту книгу нельзя? Тем более, это 38 томов в варианте, а они у вас все в вашей библиотеке Мамонтовской. Все до одного района Алтайского края получили 600 городов, которые я проехал, меня везде и везде подарил, чтобы жизнь была другой. Вы это все не можете ему сказать. А если скажете, я думаю, той эмоциональности не будет, потому что это автор. Автор это, вы понимаете сами, я в литературном институте выступаю, у меня стихов 4 тома по 800 страниц, 3467 стихотворений по 9 куплетов. Сегодня считают, как Марк Тугаревич, вот он умер, таких стихов никто никогда не писал. 36 строчек, и напротив каждой строчки место Библии, откуда взята мысль. И одно последнее стихотворение я тут пришил о смерти. За взяткой взятку брал скуластый прокурор. И дальше. Но выстрел ему укор, лишился жизни всей и будущего царства. И обо всем мы оставлены, все мы должны заботиться о смерти. Приготовиться. Я пишу как бы отвлеченно, но раз конкретно он может себе кое-что взять отсюда. Вот вы на работу устраивались, вы даже не предполагали, что может сложиться такая ситуация, где через график надо перешагнуть и выступить, и сказать, такими людьми движется наука, не то, что хорошая. Менделеев, его все знают, ну, уволили профессора, он сразу подал заявление, я ухожу. И другим поговорил, 26 профессоров покинули, сегодня ни один не двинется. Сегодня 5-й курс юридического института, газета «Алтайская правда» печатает. Спросили, ну, если у вас взятка будет дана, 2,5 миллиона, 85% студентов подняли руку. То есть уже готовы. Почему их и не судят? Их сразу к стенке ставят. А мы можем сделать так, что этот прокурор будет сиять честностью. И плеяду подобных юристов воспитает. Но трудно будет, но если узнать где-то нужен президент, он сразу скажет, из Мамонтова дайте мне это, вот это никого не боится. А эти трусливые хвосты прижали, сидят, век мне не нужны. Вас как звать? Максим Владимирович. Максим Васильевич, да? Владимирович. Нет, я говорю здесь. ПРО Максим Васильевич. Да. Ну вот вы должны работать по высшей шкале максимума, согласно своего имени. Сразу перешагните через это, я еще прошу вас. Зайдите, скажите, чтобы он принял. Знаете, Тихонович, прием. Да вы на бумажку что показываете? Это бумажка. Приемные дни, бумажка. Пожалуйста, приезжайте в пятницу. Она не говорит. По времени. А вам не пишут, я стою у Софийского собора. Проходит делегация и говорят, как бедно русский одет. И вдруг он заговорил на чистейшем итальянском языке. Проходит какое-то время, и тут англичане. А он стоит молится, в это время тоже говорят. Он также говорит, вот понимаете, когда человека узнают о таких людях. Кто-то это делает, кто-то пишет, кто-то молится, кто-то знает. И это надо отдать
службу другому, чтобы мы объединили силы свои. Навозной куча, 5 соток, из-за них все крутится. Ему это век не надо, сейчас все гадают. Вы же исковое написали. В интернете говорят, зачем ему это? Зачем? Когда это ни коммунисты не делали никто. Зачем? Кто его подвигает к этому? Ну, ему не надо это век. Но я скажу, что дело будет предано очень и очень высокой огласке. Ему это не надо. Я хочу, чтобы этого не было. Если вы не просто тут подхалим какой-то, ну, настоящий помощник его, скажите, Максим Васильевич, необходимо принять, потому что это положит конец тому, что надвигается. А надвигается черная грозовая туча. Нас знают настолько далеко. Фильмы, первое место на международном киноконкурсе о детях. И вдруг, теперь, которая прокуратура написала, музеем не называет. Это уже обман. Это музей, там вывешено везде все. Как они бульдозер придут? Они его строили? Прокурор, что рубля не вложил. Я вложил всю жизнь, 45 лет. Это сегодня невероятно кажется. В такое время, когда все рушилось, и вы так сумели. Я молюсь, не я, Бог. Приезжали люди разные, разные, с каких сторон только не было. У нас были и Бразилия, и Израиль, и дети, и взрослые. И все понимают. И на ваш лагерь нападают. Да вы сами подумайте. Это не люди. Это... А что им это дает? Тем более, ни сотки я не занял, ни навоза. Куча там, где фермы раньше были, мы разгребли, и там мы жили, поставили кельи эти. У нас и своя баня, свой колодец, какие дети выросли. Это можешь еще показать. Я показываю, вот человек из нашего лагеря, в президентском полку. Да там родню всю, до конца узнавали, какая родня, не пьют, не... И прочее. Я подожду здесь, когда вы выйдете оттуда. Никуда сегодня не пойдем, где будем ночевать. Так, скажите. Максим Владимирович. Я думаю, можно тебе заключить все.